выживший после крушения, капитан. Еще? Флип с ромом. Да где в этом городе взять свежие яйца? Здесь только моча и жуки. Ну, мы это исправим. Милая дама, как вас зовут? Энн, когда трезвы, кокеткой, когда пьяны, дамой никогда. Что ж, милая Энн. Чушь собачья! Слышишь меня? Чушь! Это лишь уловка. Они хотят напасть на Насау. Вот увидишь. Не уловка, Вейн. Сам слышал от жирного бермудского капитана. Помилование каждому пирату, кто захочет. Здесь ясно одно. Англичане вернутся на Насау и наверняка с оружием. Нам нужен план. Идем, Кенвей. Скверное дело. Поскольку других идей нет, предлагаю затаиться. Пока что никого не грабим. Ни к чему дергать короля за хвост. По мне, так можно этот хвост и оторвать к чертям, Бен. Ты передумаешь, когда он пришлет сюда своих солдат, чтобы перебить всех нас. Оглядись! Этот нужник стоит смерти? Да, это наша республика. Наша идея. Земля свободных. Забыл? Да, грязновато тут. Но разве за идею не стоит сражаться? Уже не знаю. Смотрю на то, чего мы добились за эти годы, и вижу лишь болезни, праздность и глупость. Стало быть, точь-в-точь, как на улицах Лондона, верно? Печь прав, друг. Если подумать, нам здесь не так уж плохо. Куда ни глянь, повсюду веселье, ром и солнце. Да, со стороны Насау хороший город, но в сердце его отвратительная болезнь. Болезнь можно вылечить. Нужно лишь верное лекарство. Да, но труп нельзя оживить. Что за вздор ты несешь? Ушам своим не верю. Может, ты и помилование примешь? Не ссорьтесь вы оба. Если действовать сообща, решим все проблемы. Найдем лекарство, чтобы облегчить страдания, но только тихо. Держу пари, ближайший доктор обосновался в Гаване. Туда я точно не ходу. На затонувших 2 года назад испанских кораблях должно быть лекарство. В склянках. Чтобы нырнуть, нужен колокол. Да, но золото у нас есть, так что водолазный колокол мы добудем. Что ж, такой план я поддержу. Найти лекарство, не заварив кашу. Согласен, Тэтч? Да, идет. Увидимся на месте крушения, Кенвей. И помни, Тэтч, пушки должны молчать. Заткнись, Бен.
You'll want nothing but can be found here, sir. You have my thanks. Oh, 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 and go. There was Stivers, there was Moe. Connie's on the top of the dark. And what was in her last? It's oh, 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 and go. Good split teaser and bad for me. Сэр, справа! Там груз корабля, сэр! Якорь мне в глотку, Тэч. Отличная галера. 32 пушки. На 40 я сбился. Повезло тебе, друг. Ну, удалось найти тут лекарство? В этом месте ничего, увы. Но вон там пока еще не было никого, кроме крабов да кораллов. Я взгляну. Эдвард! Эдвард, это вы! Боже правый, как мала Вест-Индия! А, Боннет! Не ожидал вас тут увидеть. Месяц назад я встретился с господином Тэтчем, и он взял меня под свою рею, так сказать. Велел мне пообтесаться сперва, чтоб стать пиратом. Что ж, желаю удачи. Черная борода наставит вас на путь истинный. Расправь крылья! Меньше ход! Грот мачта! Топ-фалы подтянуть! Мы все ближе. Что-то капитан. На глубине! В крови! В крови! Thank you.
повезло? Я нашел один ящик, разогнав стаю акул. Увы, эликсир внутри испорчен. Галат и Мор. Черт. Может лекарство просто украсть? Помни о помиловании, Тэч. Нельзя. А все этот Хорниголд стал слишком горд, чтобы звать себя пиратом. А он просто осторожничает. Все дело в том, как себя поставить. Дурачься на потеху. Убедишь лишь дураков, а будешь дьяволом. Тебе покорятся все. И им станешь ты? На публике, да. Весь мир театр. Напугай свою жертву. Создай жуткий образ из лихорадочного бреда. И все рухнут на колени, моля своего бога о пощаде. Боже! Не дурно? Еще бы. Если придумаешь тихий способ достать лекарство, скажи. Иначе я займусь этим сам. I can hit him from here!